прошу быть экипажниками достойными, не надо хвататься за все, я Volkswagen, поэтому я еще раз говорю, никто вас не заставляет садиться на экипаже, но при этом, если вы на экипаже, отрабатываем на оценку 1000. Чуть-чуть вперед, дай. Стоп. Ты посмотри в дерево, чтобы не работать. Один дрель на связи. Бля, в дерево. Назад. Назад сдать. Повтори. Бля, так не вижу. 103-шки в лес уехали, пехоту отрабатываем. У нас в упор противник. Где-то. Ищу, погоди. Вон, вижу 113-е. Работай пока, я смотрю нам правый бок. На нас дымы кинули. На нас дымы кинули? Отъезжай нахуй. Уезжай. Только что свой. Свой кинул? Да, впереди у елки кинул в нас дымы. Блять. Ладно, работай пока. Эх, на связи, нахуй вы на нас дымы кинули. На связь. Ваш отец, спроси, пожалуйста, у своих, нахуй они дымят. Нам надо сейчас будет менять позицию ТВГ. Нас дымы спалили. Уходи назад. Уходи, зубр, назад. Просто отъезжай, только не высовывай. Уезжай на классу. Все, я принял, хорошо. Зубр, разворачивайся на север, вдоль зеленки двигайся. Вот там 113-е по полю двигается. Че делаем? Короче, на вершину вылазим и ебашим север весь. А потом съебываем еще дальше на север. Короче, нас это спирит решил в мясо пустить, походу. Пиздец, ну и тактика. Я бы в зеленой горы там пострелял бы там обзор, я ему. Сейчас нам бычу на РПГС и прилетит. Или в турку нибудь прилетит, или пройдет. Смотри вправо. Я сказал бы, что... Что-то рядом едет. У нас что-то катается рядом. Рядом. У нас 113 где-то, блядь, здесь прям. Сзади. Смотри, слева. Вот она и будет. Я только ствол не могу опустить. Чё, блядь. Она, бля, к северу катается, судя по меткам. Давай его, вот, блин, я не знаю, на ноль заедь прямо в лес. Вижу пеха, блядь, с трубой. Да, мы в лесу ищем. Там свои есть, аккуратно. Блядь, с американской трубой? Не, я просто говорю. Это не обязательно свои.
Не, не настолько лево. Вот ты сначала поправишься, я тут. Вот типа, да-да-да-да. Под ёлку, под эту давай. Да я ей задел, опа. Это по нам. А, Зошка, чуть левее возьмите, чуть левее градусов 5. Это правда. Да, вот туда упало, правильно. Отбой, пока не шевелим. Все, Зошка перестала работать, ждет в упор пехоту. Штат 1-5 на зеленый враг. Ви свои и враг. Принял. Максимально смещайтесь в триггер и валите всех. Приняли. Максимально в триггер валите всех. Вообще всем такая команда. Максимально в триггер и всех валить. Два живые? Они уже давно у нас не выходят. Я разъебал американца. Слышишь? Это Angry Cobalt. Это я, брат. Все, я разъебал его. Я сейчас полечусь. Ты выбитый в хлам, да? Я в технику сел, если чё. Друг. Что? Ты выбитый в хлам, говорю? Ну, движок. Пушка двигается, нет? Поворачивается, да. Поднимается? Все нормально.
Слушай, мне этот пидор ноги выбил. Я все равно не могу ходить. Угу. Может быть, починим эту штуку, да поедем вместе? А? Короче, прикрывай, я выйду. Давай. Всё. 1.5 сдвигаться пока не буду. Она за... А ты сможешь чинить, если я вообще в технике сижу? Да. Я у вас редко играю, у вас нет правил, типа мне запрещено за техникой ездить, потому что я не экипажник? Не знаю. Ох. Забанят так, забанят, все равно нормально стреляет. Все, так починят? Ну, с большего. Че, ты на стрелка сесть хочешь? Прыгай на стрелка. Сиди пока, прикрывай. Чего у них вообще осталось по технике? Неизвестно. На горе там еще есть люди? Штаб на связи? Тебя не слышно. Я в КВ штабную. Козб. Да, на связи. Где спирит? Да что спирит, блядь? Это БМП, куда нам смещаться? А вы вас что, не выбили? Ну, мы починились. В северный триггер смещайтесь и ебашьте противника по дороге. Максимально. Из ПТРК, из ПСФО. Вот так, отлично. Чуть дальше еще. Все, стреляй по дороге, кого увидишь. Говори, брат. Сейчас на... Я на штабном КВ. Можешь выйти. 1-1. Без двига? Да. Дальше. Вот так вот, крайне нормально. Ну, еще одну запусти и все, они дурак будут, потому что ушли на юг. Вот то их там взбодрил нормально. Че, вот еще раз за ПК поедем? Короче, смотри, так же машину поставишь, зайдешь вовнутрь, на шишигу наведешь, и через AS-меню будет перевооружить. Выберешь, там будет твой Урал. Выбираешь его перевооружить, там буквально 5 секунд это перевооружить. Подожди, не понял, еще раз. Ну ладно, я подойду, короче, когда поедешь. Я говорю, ну повалил, я не знаю, на западе кто-то по кому-то пошел. Да, кто сказал. Нет им? Нет, пока не хуй. Хуярь, короче, все, что на посту, хуярь. А что там, 1.5 живые, нет? Что там с Бэтлюей? На связи. Чё там, братан, не видите на себе? Да. Мы чинимся пока. О, слышишь, отъезжай туда срочно, слышишь, что не попали на 10, здесь отъезжаем назад. Откуда?
Штаб нас. Примерно в этом районе. С юга. Метка на противника стоит. БХ. Готовься. Прямо в бой. Юг? Нет, запад. Запад, север. Так это я поставил ее. Это просто неподтвержденная инфа. Смотри. Ну-ка, чуть вперед, дай. Не, ну скорее всего в низинку съебался, мы его тут не доставим. Давай пошли попробуем этот юго-восток попробуем, где 13 лука стоит метки. Ну давай. За штурмы ем. Руки круг отвлеки на себе внимание, если что. Широкий круг вокруг триггера. Имею в виду, мне стабилизацию вообще нет, блядь. Да, я понял. Козба жив. Жив. Пытаюсь выцепить, поебашил по нам. Еще раз, кто поебашил? Я говорю, пытаюсь выцепить, кто поебашил, говорю, с его. Почем? На тур можно лететь. Хуй с ним. Там же. На связь. Да, да. Кроешь север. Ну, давай ему тут сохранил мою жопу, потому что я на юг смотрел. Окей, на. Не вижу взял. Вот тут бункеры еще у меня сидят слева, вот от меня. Парни с трубами. БХ живая? Да. Я убил друга. Так, а тут возле меня в бункере труп лежит, блядь. Наш. РПГшника, блядь. Мам. Может противник уже с РПГ тут бегает? РПГ забил. РПГ нету, я говорю. Только сумка. Сейчас нам главное на этот, на бредлю, блядь, не нарваться, потому что она вас фаншотит, нахуй. Мы ей ничего не сделаем, она вас фаншотит. Все максимально в ближайшие триггеры. Северо-запад. Все, свободный огонь, свободный. Дай зиму 300, бля, пехота подходит. Ну давай, хуярь, свободно. Все, пробуем его объехать. Слышишь, попробуй левее в ростниках, ты же ее жопу нахуй. Пробуем так. В крайнем случае, сами на вереснег залезем. Нет, куда. Хуярь. С трубами, блядь, сейчас меня мутует.
Продублируй, спирит, мою метку, продублируй. Выхожу. Живой, живой, мы уехали охотиться. Спирит, продублируй метку северо-востока, северо-запад. Главное, не останавливайся, друг. А то у нас... Продублируй. Да я метку ставил. Да я понял, а ты что я поставил? Так, давай. Выход в триггер, давай в триггер. И оборонять северо-запад. Нам не резон, у нас зум, блядь, мы вообще бесполезны там. Мы покатаемся вокруг, попробуем продвинуть. Значит, через запад выходи его, через да, запад. Да, так и делаем, так и делаем. Давайте быстрее. Блядь, снеху нету. Охуяйте всех, где дороги. Можно чуть правее взять, слышишь? Чуть правее попробуй. Вот так вот. Там враги подстав впереди стреляли. Вот я ищу сейчас бинок. Чуть дальше на север. Выйдем из леса, сбавь скорость, чтобы я смотреть смог. Рядом с меткой МПУ Добробот один человек отходит свой в триггер. Что, едем? Да, я не вижу. А где-то же там? Левее! Ага, вот так нормально, только подальше. Не по мне. Блять, камни мешают. Да, нормально? Вот, в этом лесочке, да, они это кто стоял сейчас по мне. По мне по тебе. Осматривайся. Да, это тварь. Вижу, дохуя пехоты. Оттуда предляет, хилять, предляет оттуда. Нет, туда, блядь, туда, блядь, стреляй, в этот лесочек. Хотя бы маленький походом, но иди. Прям по курсу пехота? Нет, она далеко, блять, на востоке. Далеко на востоке. Давай, едет, она вот она стоит там, видишь ее? Так не вижу, 10. Я попадаю, блядь. Ниже, чуть ниже. Во, попал. Попадаешь. Левее уходит. Дал пуск, заряжаюсь. Уничтожайте. Стой. Но он попал несколько раз в него, но он вроде живой. Ну, слушай. Да, слушай, он добрый. Хорошо. Она без башни. Блядь, езжай на азимут нахуй 5. Азимут 5, она азимут 5. Противник, азимут 40, уже заходит. Да, метка 13-х правильно, там пехотник перед бредляка тает. Давай в шубу сейчас ей заем, азимут 10. Даже 25, прямо направо, 25, и прямо ебашь. Сейчас, ровно 0, так пехот меньше. Сейчас, полная скорость, ровно 0 ебашь. Поздно, ты бегаешь? А, это ПМ. Да, я уже ты Коздом бежишь. Там за бункером, походу, противник. Правильно едем? Да, пока правильно едем. Левее бери, а Катя где-то, блядь, знаешь сколько? Один где-то. Во, вот так едет. Спирит, я пузырька скину, похоже, верту уже не буду. Нет, не убил. Всем в три. Да как она нас в борт выдержала, полку тебя хуй его знает. В нее два раза трубы стреляли. Тем более. Okay. Она в лесу здесь, да? А, она вниз ушла за этим лесом. Надо лес слева объедем, чтобы там пехоту разъебать, лесу пехот есть. Лучше к лесу не подъезжать даже. Спирит, я сел на Зушку, Зушка целая.
Хуя. Работаем над брызгой, работаем. Не вижу пока его, слушаю. По всему, что видишь. Баха жива? Да. Да, 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 вызвали башню брызгой, башню брызгой. Отлично, сейчас все, ходим и ездим. Хуя. В лес смотри, чтоб труба не прилетела. Так, вот, далее, ты бежать, ну, давай смотри на восток, я смотрю за. Правее чуть дыри, правее чуть дыри. Прилетел. Прямо по курсу. 113. Прилетел на Азимут. Левее, 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 левее. Все, как бы. Thank you.